Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы продолжаем строить наше гиперзлодейское убежище. Перешли мы с вами в подвал. Так, нам тут надо? Нам тут нужна дверь, соответственно, да? Дверь. Вот такую вот дверь. Для начала. Тут как-то вот так. Так, здесь пока оставим. Здесь, наверное, мы сделаем с вами столовую. Вот так. И вот так. Коридор. Нам нужна столовая. Раз, два, три, четыре. И вот так. Поставим тут, значит... Суши-бар у нас для кого? Смекалку, наушников. Наушников у нас здесь не будет, я думаю. Силовики должны быть здесь. Так, никогда не влезет побольше столов. Два... Обманщики нам не нужны. Ну, силовики пусть тоже едят. Так, это мы сделали, погнали. Так, дальше, значит. Нам надо сделать спальню. Значит, коридор. А, сюда мы не можем, да? Понятно. Так, спальня. Тут у нас будет стоять дверь. Так, спальня. Спальня, давайте сразу же здесь. Вот раз, два, три, четыре. Потому что надо побольше миньонов, соответственно. Так, шкафчики тоже сразу же поставим. Хорошие. Как их здесь получше разместить? Так. Так, кровати им пойдут, в принципе, обычные, я думаю. Или ладно, хорошие уж ставить, да? Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тут таких несколько поставим. Как-то так. Так, дальше. Что нам надо? Что нам надо? Комната отдыха, соответственно, тоже нам нужна здесь. Not enough gold to complete this construction. В смысле нет золота? Ты про чё? Всё у нас есть. Раз. Два. Ага, не лезет, да? Так. Так, и парочку вот таких.
Отлично. Дальше у нас продолжается коридор. Так, нет, не так. Коридор у нас вот так продолжается. Тут мы все основное сделали. Так, сюда заводим. Ну и, наверное, вот здесь с вами сделаем, ради чего, собственно, все затеивалось. Так, большую комнату. Собственно, вот этого всего дела. Так, значит, здесь у нас будет что? Еще бы расширить, да, ее раз. Раз, два. Вот так вот. Так вот. Так вот. Так, прислужники добывают данные. Данные нам тоже, в принципе, нужны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, несложный компьютер, необходимый для махинации на мировой арене. Один. Тут два. Четыре. Стоп. Пять. Ну, шесть. Хотя нам их будет мало, наверное, да? Давайте еще ряд. Вот так вот сделаем. Так. Так, что еще? Что еще? Что еще нам надо? Эти стоят. Ну и, в принципе, я думаю, все. Разведданные. Добывают данные. Ну, в принципе, да, пока что хватит. Погнали, давайте посмотрим, как у нас это все построится. И хватит ли у нас денег, самое главное, и электроэнергии. А потом уже займемся, наверное, охрану здесь надо отдельно сделать тоже. Основное мы сейчас сделали, но... Денег может не хватить. Salaries paid. Давай, капывайся. Так, потихоньку уже несут. И денег не хватает, да? Соответственно, что нам надо сделать?
но... Давай, тут снижаем. Тут нам как снизить? Снижаем. Тут у нас деньги. Тут... Тут тоже деньги нужны по-хорошему. Тут надо снизить, да? Давай. Деньги тоже. Это у нас что, миру мир, пока рано. Так, деньги, 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 деньги. Тут деньги. Ученые, давай, ладно. Тут тоже деньги. Ну и думаю, пока нам этого должно хватить. Хотя... Хотя денег много не бывает, да? О, внимание. За каждую секунду по 13 тысяч. Алмаз ограненный. Блин, интересно, конечно. Так, закрыть. Известный актер, что там пишут? Ну, давайте запустим. Известный актер едет на поезде, и оказывается, у него с собой алмаз. Просто 14 тысяч сразу заработали, понятно. Так, давайте сюда тоже за деньгами. Тут у нас что-то ничего нет из денег, да? И сюда за деньгами. Ну и давайте смотреть, как строится у нас все. Деньги сейчас должны пойти. И на махинацию у нас должно хватить. И, возможно, даже имеет смысл перенести нашу золотохранилище все вниз. Потому что до него дольше идти, больше камер надо пройти. Ну и, следовательно, больше места мы можем под него здесь выделить. Да, деньги идут, но медленно. You can't afford to pay all of your minions. Да и сейчас хватит. Так, по поводу исследования. У нас пока денег нет, да, это идет. Вот тут я хотел как раз турели попробовать, может быть, поставить. Морозный газ. Ловушка. О. Вид нервно-паралитического газа, который создает едкое облако, способно разъесть самый толстый корпус. Интересно. Зал испытаний. Но это уже потом, да? Ладно, пока денег нет. Мы исследовали обновление преступных сетей. Усилитель сигнала вот поставить бы новый. Ну,
пока что не хватает нам на это, на все дело. A trap has been triggered. Так, на первом этаже ловушка. Давайте посмотрим. А, ну это обычное дело. Сейчас его уболтают, да? И уведут, да. Да, защита у нас хорошо пока что все. Так, что у нас в нашем подвале злодейство творится? Нет денег. Небольшой пожар? Где? Где пожар-то? Не пугайте меня так. Кстати, по поводу пожаров, пока не забыл. Нам же надо и здесь ставить везде, получается, огнетушители. На всякий случай. Приехали. Где мы еще можем деньги надыбать? Сигналов ноль, да? Давай вот сюда. Давай сюда. А так вроде бы везде деньги добываются. Больше нас. Нет, нигде. Вот здесь. Триста. Кстати, 300, видимо, максимум можно народу к нам пока что. Все пожары потушены. Это хорошо. You can't afford to pay all of your minions. Да сейчас хватит. Сейчас соберем народ. В тюрьме никого. Все хорошо. Тут надо вторую дверь поставить, я думаю. Еще вот такую, например. А, там лазерная. Стоп тогда. Отмена. Тогда нам надо вот такую укрепленную вот здесь поставить. Также камеры обязательно. Вот здесь. Ну и вот здесь, соответственно, да? Если к нам будут пытаться пройти, то будут пытаться пройти отсюда, если мы вдруг будем снизу. Поэтому здесь еще надо поставить ловушки. Какие ловушки? Газ, пчелы, лазерная стена. Тут можно стенами все обделать. Через одну получается. Так, вот раз. О, огнеметы. Два. Три. Например. А, бассейн уже не лезет, да? Так, тогда сделаем вот так.
А, толку-то ноль. Если только вот так. Вот так. Вот так. И бассейн все равно, по-моему, не влезает, да? Да, на одну. Обидно. Ладно, тогда пойдем другим способом. Эту дверь продавай. Здесь вот так вот. Тут инженеры. Вот так вот. Тут вот так вот. А вот это вот сюда. Так, инженерам дверь надо тоже. Вот так. И туда теперь, получается, у нас войдет бассейн. Да ладно. Не подрасчитал. Тогда, значит, вот так. Тут два заделываем. Тут тоже. Бассейн влезает сразу же. Посмотрим. А что тут мешает? Тут же нечему мешать. Огнетушители. Может мешать, я просто не понимаю. О, ничего не мешает, отлично. И еще одну камеру тогда. Ага, камера уже все не лезет, да? Ну ладно, хотя бы так. Так, тут мы инженеров вот так делаем. И вот так. И применить. A trap has been triggered. В принципе, все должно быть хорошо. Так, достраиваете? Да, начали потихоньку достраивать. Камерами и всем остальным мы займемся здесь. Попозже. Нам сейчас главное построить вот эту вот всю штуковину. Камеры у нас все выглядят, и у нас еще можно камер поставить очень много. A trap has been triggered. Ну, практически не попадают они к нам в убежище. И это хорошо. А вот он опять идет, и смысл. А, ну они их уводят все равно. Рано или поздно. Как строится все это дело у нас или нет? Также я хотел еще по исследованиям уточнить, когда мы сможем стены сносить вот эти. Надо еще выполнить два. Учебная лампа поднимает смекалку обманщиков. И улучшает преданность обманщиков. Рисунок с натуры.
Но это, блин, дорого. Ладно, продолжайте тогда. Медкомплекс новый изучать, пока денег нет. Ну вот уже лучше. Сигнала 18 у нас. Сейчас еще достроят, будет вообще превосходно, я думаю. Да, все купили, денег хватает. А, ну, кроме вот этой. Да сейчас заплатим миньонам, не бойтесь. Мне главное, чтобы здесь все достроилось. Жарко им, жарко им. Постоянно жарко, как ни крути. Так, у инженеров ничего не развивается, не исследуется, да? Зал испытаний надо. Зал испытаний, а как откроет? А как мне открыть зал испытаний? Откроет очаг. Зачем он мне? Ну давай, ладно, очаг откроем пока. Зал испытаний. Ну пойдем посмотрим. Можем мы зал испытаний сделать или нет? Где наши инженеры? А залы испытания я пока не вижу. Так, логово. Караоке. Мозголомная машина. Не то. Вообще все не то. Ловушки, мировые операции. Ну да, сложновато. Вот, давай вот сюда. Лучше сделаем побольше вот этих штук. Так. Ну, в принципе, все двигается хорошо. Горючее надо добывать для него. Пока не до него. Нам дело. Нам надо разобраться пока что со всеми нашими потребностями остальными. Так, инженеры работают, все хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, на этой ноте мы будем с вами заканчивать данную серию. Сейчас принесут и все. И то, что я хотел, чтобы достроили у нас в подвале еще одно большое помещение. У нас все с вами получилось. Мощность сигнала мы усилили. В следующей серии мы уже с вами будем просто улучшать везде наши станции. И чтобы пройти вот это испытание на весь мир. Подписывайтесь на канал, если вы все еще этого не сделали. Также не забывайте поставить ваш королевский лайк, если вам понравилась данная серия. И, конечно же, пишите ваши комментарии под этим видео. Я всем на все ваши вопросы и пожелания, соответственно, отвечу. Всем пока!